Утро началось очень рано. Мы встретились с ребятами на точке отправления и поехали в наше путешествие. Для настроения включили Satisfaction и стали качать доски. Ну, кто-то качал, а кто-то нет. Артём провел быстрый инструктаж, потому что для всех это уже не первый раз на доске. «Идите», — говорит. Ну, мы и пошли. Первых птичек выпустили на воду. Кто-то вышел сам. Кто-то сразу встал, кто-то нет, а кто-то... Что, все стоячие? Дим, я сидящий. Честно говоря, стартанули мы лениво, даже не думая, что нас ждет за следующим поворотом. Надо добавить, что у меня была доска с утяжелением. У нас планировался обед на берегу, поэтому все припасы мы везли на себе. Кстати, у Сережи тоже была доска с утяжелением, но не только рюкзаком с едой, а в виде девчонок, которые быстро поняли, во что они ввязались. Гребли мы дружно. Иногда было так мелко, что мы спрыгивали с досок и шли пешком, ну и, конечно же, купались. В общем, мы сегодня вышли на сплав, мы идем. Денис наснимал нам красивых кадров с носа доски. Тем временем приблизилось время обеда. Мы разожгли огонь, пожарили мясо с овощами, чуть-чуть отдохнули и попрыгали на свои доски. Почти половина пути была пройдена. После обеда стало грести легче, ветер успокоился, и мы постоянно купались по ходу сплава и много болтали. Потом дружно сделали общее фото и поняли, что закат уже близко, а мы к финишу нет. И мы ускорились как могли. Я не смогла проехать мимо этого дерева, поэтому теперь у меня есть красивые фоточки. Закат с воды особенно прекрасен. Мы насладились последними лучиками уходящего солнышка. И тут нам жизнь преподнесла сюрприз. Это был параплан. Мы смотрели на него, а он на нас. И мне почему-то кажется, что он тоже улыбался. Под радостные крики прицепа Сережи мы причалили к берегу. Приготовили вкуснейшую уху и подняли бокальчики шампанского. Сплав завершен, прошли 35 км, все молодцы. У костра все согрелись, и мы уже в темноте собрались и вернулись в город, наполненные событиями этого дня. 33 километра по реке Нерль мы будем вспоминать еще очень долго. Спасибо всем, кто был рядом.